Поймал, снял, выложил, победил. Телерадиокомпания «Губерния» подвела итоги фотоконкурса «Рыбацкое счастье». К нему мог присоединиться любой житель Самарской области. Главное условие – опубликовать фотографию рыбака, сделанную до, после или в процессе любимого занятия. Опыт участника и размеры пойманной им добычи значения не имели. Важнее – атмосферность. А вот победители определяли сами интернет-пользователи. Какое оно рыбацкое счастье и чья удочка принесла своему владельцу удачу, расскажет Алена Власова. 150 фотографий. Рыбалка зимняя, рыбалка летняя и соответствующие красоты природы. Первый улов новичка и тяжеловесная гордость опытных мастеров удочки и спиннинга. Вот оно, рыбацкое счастье. Голосование за участников фотоконкурса, объявленного губернии, велось в два этапа. Сначала в группе телерадиокомпании ВКонтакте, потом на сайте. 11 лучших фотографий финалистов акции в общей сложности набрали более 8000 лайков. Однако победителем стал Сергей Мельников. И он получил в подарок спиннинг. Рыбач, лови, фотографируй. Спасибо. Сергей – заядлый рыбак с детства. На фото, которое принесло ему удачу – карпы, пойманные в Деминном пруду. В группе стою и видел рекламу в губернии. Решил поучаствовать. И в одном не везло. Повезло первый раз. Это просто чудо какое-то. Специальным призом, фирменными футболками нашей телерадиокомпании и балансирами для зимнего лова отметили автора атмосферной художественной фотографии туманного рассвета с удочкой в руках Евгения Серова и работу Алексея Потехина – колоритный фотопортрет отца рыбака. Это место Самарская область, Борский район, поселок Подгорное. Очень красивое озеро, под горой находится. Вот. Выезд был с ночевкой на рыбалку. Ну, как всегда, с собой фотоаппарат. Отец, если по современным меркам, он, наверное, как бы так, профессиональный рыбак. Не остались без призов и начинающие рыбаки, позирующие со своим собственным уловом. Награда им – подарочные карты в парк развлечений. Михаил, поздравляю вас с победой. Спасибо. Вашему юному рыбаку дарим вот такую карту. Развлекайтесь, участвуйте в конкурсах. Михаил Михайлович Панин так представился съемочной группе 7-летний рыбак и подробно рассказал обстоятельства удачного дебюта на речке. У меня клюнуло. Я говорил, папа, что такое? Я думал, что коряга, а оказалось, это щука. И потом у папы клюнуло. И мы это, я затащил в лодку, потом уже и папа. Это твоя первая пойманная щука? Да, на спиннинг. И на дыжик. Партнером фотоконкурса «Рыбацкое счастье» стало сообщество «Рыбаки Самары». С удовольствием будем сотрудничать, дальше продолжать. «Губерния» меня радует, вообще мне нравится этот канал. Тем временем зрители телерадиокомпании «Губерния» ждут интересные предновогодние акции. Следите за нашими новостями во всех социальных сетях и на сайте губерниятв.ру. А также смотрите программу «Рыбацкое счастье» по вторникам в 18:30. Алена Власова, Александр Каракулько, новости «Губернии».